Так, давайте опубликуем вместе с вами пост. Я сейчас нахожусь в отложенной отправке. Какую-то либо... Ну, давайте возьмем какую-то картинку. Я нажимаю, вот у меня внизу, в правом углу нарисована иконочка. И меня выбрасывает вот такой вот подменюшку. В принципе, что я здесь могу? Вот я выбираю картинку, либо несколько, и могу сразу там делать какую-то подпись и, соответственно, отправлять. А могу сделать немножко иначе. Я проваливаюсь, нажимаю на эту картинку и проваливаюсь вот такое вот меню. Что я здесь могу? Во-первых, я могу отредактировать картинку каким-то вот образом, покрутить, как вам нравится. Так, дальше кнопочка у меня в виде кисточки, давайте я нажму, покажу вам. Например, что я могу? Я могу поставить стикер. Нажимаю на улыбочку и выбираю некий стикер. Какой мне нравится. Ну, пусть так вот этот вот хочу. Стикер, вот. Что я с этим стикером могу сделать? Во-первых, я могу его увеличить. Немножко не поддается. Сложновато, может быть, у вас получше качество телефон, но вот у меня он плоховато уходит. Так, данный стикер. Давайте я другой возьму. Так, ну давайте то же самое. Так. Я могу увеличить его, могу наоборот вот уменьшить и поставить его какой-то угол. Это первое, что я могу сделать. Дальше, если я нажму на иконочку с буквой Т, то я могу написать, в принципе, текст. Вот, например, привет. Все, я написала. Нажимаю на стрелочку. Вот у меня иконочка прям в самом-самом крайнем углу вправо, нижнем. Я на нее нажимаю, на эту стрелочку, и меня перебрасывает на другой абзац. Я могу, допустим, другое слово написать, если вам, допустим, надо. Так, все, я написала. Вот у меня готовый текст. Что я могу сделать? Опять же, я могу его уменьшить либо увеличить, повернуть, соответственно, так, как мне надо. Ну, допустим, вот так вот я хочу. И мало того, что если вы посмотрите, у нас есть здесь бегунок с разными чернилами. Я на него нажимаю и начинаю двигать. Вот. И у меня цветовая гамма буковков начинает изменяться. Вот. Я некую гамму подобрала и отпустила. Вот у меня вот так вот получилось. Что еще я могу сделать? Я нажимаю на кисточку. Сейчас у меня подгрузится телефон. И что я могу делать? Я могу рисовать. Вот так вот. Если мне это надо. Все, от руки. Написала я. Жму на кнопочку «Готово». Так, и сразу либо я могу вот эту вот подписывать картинку. Соответственно, нажимаю на кнопочку, на галочку. И
я могу уже отправить. А еще я могу что-то сделать с этой картинки. Если вы посмотрите вниз, то у меня еще осталась одна иконочка. Иконочка в виде, даже не знаю, как их назвать, но это третья иконочка. Я на нее нажму. И что я здесь могу сделать? Я могу подобрать более, улучшить, по мнению Телеграма, данную картинку. То есть я беру бегунки, каким-то образом их двигаю, смотрю, как мне больше нравится, как не нравится, подбираю. Сейчас, если честно, на самом деле я подбираю от балды. Могу нажать на другую кнопочку в виде капельки, соответственно, каким-то образом размыть картинку, если мне это надо. Либо наоборот, так вот, линейной мне вот надо, допустим, размыть. Ну, то есть, если вот полазить на самом деле, можно из картинки самое-самое обыкновенное сделать себе что-то такое вот более-менее симпатичное. Так, сейчас здесь мы цвета, допустим, какие-то меняем. Так. Не будем издеваться на картинке, напишу, что это все готово. Сейчас у меня телефон все это дело подгрузит. Еще раз готово. Все, теперь управлять. Нажимаю на стрелочку. И, соответственно, выбираю дату и время, выбираю отправить. Сейчас у меня подгрузится. Все. Подгрузилось. Как загрузить видео, либо файлы, запишу в следующем видеоролике.